Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч «Чайка» «Ангушт», команда «Чайка» Песчанокопская. Команда «Ангушт» должны выдать упорный матч, так как в составах обеих команд достаточно высококлассных футболистов, которые в любой момент могут нанести завершающий удар и изменить счет на табло в пользу своего клуба. Поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние, я не вижу преимуществ у хозяев поля. Вполне справедливо полагаю, что это противостояние может завершиться в ничью, что будет выгодно одной и другой команде, так как они смогут сохранить свои турнирные позиции, в принципе. Можно сделать ставки на то, что в матче будет ничья, однако более расчетливые беттеры могут поставить на то, что хозяева поля или гости не проиграют в этом матче. Обсчитал забитых мячей в противостоянии я вижу на больше. Обе команды в настоящий момент демонстрируют отличные результаты в атаке, много забивают, при этом совсем не безгрешны в обороне. Даже слабые соперники смогли отметиться голами ворота команды «Чайка» Песчанокопская команды «Ангушт». Из этого следует, что, скорее всего, болельщиков ждет результативный футбол. Поэтому ставки на тотал больше голов в матче являются оправданными. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче я рекомендую играть на меньше. Так как команды вряд ли смогут перебить заявленные букмекерами тоталы, так как, на мой взгляд, они несколько завышены, общий тотал угловых в матче я рекомендую играть на больше. Если оба клуба будут много атаковать, то будет создано много опасных моментов, следовательно, стандартов в матче будет много. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!